Будем дворец брать приступом. Точно, Илюша. У меня от этих переживаний чуть сердечный приступ не случился. Возьму с собой. А то вдруг устану. Берем в плен знамя противника. Будем дворец брать приступом. Точно, Илюша. У меня от этих переживаний чуть сердечный приступ не случился. Вот это всасывающая сила. Не допрыгну. Далеко больно. Вот князя забросил бы. Толку от него здесь все равно никакого. Вот это я понимаю. Рабочий кабинет. Какой вкус. А дизайн? Вернусь в Киев, прикажу себе такой же сделать. Да, красно место. Вот только нам Бурушку да Аленушку выручать нужно. А дверей здесь что-то не видно. Как это? Точно, дверей нету. Неужто Василевск трон через окно лазает? Вряд ли. Как мне это место нравится. Так и остался бы тут. Ну и оставайся. А я друзей выручать пойду. Что ж ты удумал такое? Трон владыческий ногами топтать? А чего с ним церемониться-то? С Василевцевым троном? И то верно. Но давай уж лучше я на трон полезу. Так-то оно посправедливее будет. Ну, давай. Мне это все равно. Так ничего не получится. Вот так. Высоко висит, не достать. Давай, что ли, подсажу тебя. Достанешь эту длинную золотую штуковину. Не штуковину, а скипетр. Деревня ты дремучая. Как мне это место нравится. Ну я... Вот так. Вот так. Как мне это место нравится.